Алла Пугачева старается соответствовать молодому мужу и идет на всяческие ухищрения, чтобы хорошо выглядеть. И правда, в своих соцсетях беглая звезда кажется практически идеальной, учитывая возраст. Однако на самом деле дела обстоят иначе. Папарацци засняли Аллу Борисовну во время недавнего выхода в свет, певица посетила концерт Максима Леонидова в Израиле. Фото Примадонны разительно отличаются от парадных, ведь на них она предстала без ретуши и фильтров. На кадрах видны последствия работы косметологов и пластических хирургов. Комментаторы в сети убеждены, что в попытке угнаться за молодыми красотками Алла Борисовна решилась на увеличение губ. Трудно не заметить, что они стали намного больше. Пользователи пришли к выводу, что Пугачева перестаралась, теперь ее лицо выглядит неестественно. Не лицо, а маска. Вот это вареники. На мумию похоже, не стесняются в выражениях комментаторы. К слову, последствия пластических операций Пугачева и ее походов к косметологу оценила врач. Медик отметила, что на лице звезды появились бугры, а ухищрения с губами едва не довели до беды. Так как от природы у певицы они не слишком пухлые, чрезмерное количество филлеров могло довести до некроза. К счастью, косметолог вовремя остановился, отметила специалист. Тем временем стало известно, что блистать среди израильской публики Пугачевой остается недолго. Источники сообщили, что звезда вынуждена уехать в другую страну. Предполагается, что скоро Примадонна на фоне проблем со здоровьем отправится в Латвию.